охранять все поля охранять, блин. Потому что я вот сколько эти поля кукурузные прошел, гороховые поля прошел, ну вот эти. Я смотрю, там клок, ну просто кто-то урвал. Там клок сорван, там клок. Это приходит ночью и косит траву. И утром я смотрю, машина груженная, короче, да. Она груженная мешками была, они загрузили мешками. Все, они про... Они ехали, у них такие глаза расширенные были и украли. А потом буквально, ну, где-то 5 минут прошло, на велосипеде там приезжает баба какая-то проверяющая. Но я ничего не стал говорить про эту машину, которую уже увела, украла. Я думаю, пускай она следит за этим добром, зачем это мне нужно? У нас же как, вот полицейские. Полицейские вообще, ищейки всякие, да. Везде надо работать, ищи, работай. А от человека, вот я, например, вижу в этом мире, да, все, что, где что творится, очень все, все много вижу. Машины крадут, это, все, урожай, урожай крадут. И вы думаете, что я этому полицейскому скажу и все на блюдечко ему выложу? Вот хрен ему, вот дуля ему, большая дуля, на, пускай работает сам, на, вот, и работает сам. А что я вижу, это меня не касается, на, пускай ворует. А если мне вот государство даст уполномоченное такое, да, на, чтоб я содержал. У нас говорят, вот Россия, Россия, какая Россия, на глазах все ее крадут, выкрадывают. Какая-то это может Россия? Какие патриоты могут быть в этом мире, на? Да никакие патриоты не могут быть. Когда это на глазах все ворует, а ты просто глазами вот так хлопаешь, да? Вот так просто хлопаешь. И ничего не можешь сделать. Ты же мог задержать. Я бы мог бы их задержать. Нельзя! Нельзя! Он ворует вот урожай. Но нельзя! Но нельзя этого делать, нельзя. Убивает человек, но нельзя этого делать. Взрывает там шахты, все. Но нельзя этого делать. Пускай взрывает. Так что ты у нас правительство? Это гнилое правительство. Да не, не охота. Вон Миша. Вот так у нас, вот у нас, вот, короче, у нас вот такое правительство, да, на? А я вот такое правительство не люблю и никогда не ценю. Вот Путин, вот такой же, на, Путин. Вот так...